Брум. Вообще гайд на контр драконов. Может быть и стоит. Ай, блин, надо было по-другому. Банан сюда, один огонек сюда. Это плюс 5 хп, я сейчас могу из-за этого проиграть в теории. Но вообще у меня два оружия, стамина есть. Вряд ли проиграю. Берсерк. Чили берсерк. А, в сумке будут? Губерт по скидке, ну конечно. Как же еще? Может, двух губертов сыграть? А чего бы и нет? Скидончик нормально. Сейчас как-нибудь попробуем. Если два перчиковых соберется, может, в огонь там вот это все драконы, не знаю. На старых классах играть не будешь, хочу увидеть изменения лучниц. Вообще надо бы, ну не так интересно. Вообще я немного от огненной устал, типа вот берсерк как-то получше в этом плане. Мне кажется. Мана посох. Мана посох с маленьким огненным мечом. С метлой, блин, у меня губерт, возможно, вытащу за счет хила, но у него, блин, 20 на 20 хп больше, он огоньки не продавал. Метла, давай блайндухи, блайндухи, мои блайндухи больше, чем твои блайндухи, я играю в большой блайнд. Да, хорошо. Пригодится в любом случае. Блин, уже третий раунд на одних и тех же шмотках сижу. Губерт плюс меч и все. Тут уже факела с двумя бананами, с перчаточками. Ветстоуны в меч закидываются. Почему именно так решил ускорять, а не под ветстоунами Burning Torch вселять одновременно? Ну, я тут мог только блайндами выиграть, но не выиграл. Ладно, один лос есть. Херосера, не дракон. Не, ну... Блин, где... Где слоты взять? Перчик. Спасибо, слоты по скидке. Так, подождите-ка, а почему? А, там драконий этот став для стафа нужен, я вспомнил. Окей. Да, можно вот так вот сделать. Жонглируем губертами.
Ощущение, как у вас самое имбовое в игре. Пока рейнджером играем. Пока что как будто магичка на драконах. Ну, по крайней мере, самая имбовая и простая в сборке, наверное. Тяжело законтрить, потому что драконы — это рейнджовое оружие. Щиты их особо не блочат, только усиленные. Короче, приходится об этом думать. Ну или двуручный топор Уберса. Всегда везде работает, вообще супер топ. Так, а что из вас бьет чаще сейчас? 2 секунды колдаун. Да, понял. О, нихера себе. Блин, я правда... Ну, ну ладно, дракон подождет, наверное, да? Дракон посидит. Некромант как их... Я видел за последние 2 дня, я их видел где-то 3 штуки. Так что, ну как тебе сказать? Так, маны пока очень мало, да? Чтобы посох вообще хоть какое-то value получал. Как же тяжело, боже, просто одному мечу этому просрал, при том, что у меня уже Губерт усиленный. 2 маны и 2 хита на плюс 5 дэмэджа, окей, это хорошо. Фанфары я сейчас возьму, чтобы... Как же долго у меня яйка лежит, да? Перчик для еще одного перчикового Губерта. Так, здесь 3 звезды, то есть нужно вот так вот это делать, да? Ага. Ну или так. Рейнджер создан для радужного. Шанс на двойной прок петов это ОП. А в какой момент у него шанс на двойной прок петов? 7 блайнда. 5 песков, 2 лопаты, 9. Чё? Пакет лужи. Чел ты. Хватит. И при этом я все равно выиграл, потому что лопаты очень слабые. Предлагают Крузейдера, но мне, наверное, Friendly Fire нужен. Хотя я трачу огонь на Fire Stuff. Холи айтемы. У мага ничего не дает манну. Нет, мне нельзя брать Friendly Fire. И, видимо, просто беру Burning Banner по скидке или мгновенно дракона выкупаю на гнездо. Драконы могут манну приносить. Там есть драконы, которые приносят манну, поэтому... Да. Прости, Губерт, но я не знаю, когда тебе играть. Мне надо драконов покупать. Я так не хочу от него избавляться, он такой классный. Еще и перчик рядышком, еще и по скидке был. Знаешь, что надо сделать? Жесть, все огоньки скинул. Это я, фанфару я выкидывать не хотел, к сожалению.
Слот не пришел. Короче. Прокать-то. Фанфара выкинула сама себя. О, мега клевер. Орб правее. Можно было. Сейчас как раз маны не хватает. Ну ничего, это... Это временно. Все это временно. Сейчас у нас будут драконы. И губерты, и чили, и вообще, и жизнь налаживается, я считаю. Ну сумки, ну где вы, ну камон! Идет, наверное. Тут уже обсидиановый с Burning Blade, с Friendly Fire, 15 стаков. Вай, дамаж. Хорошо, посох по 37, кстати, бьет. Посоха, скорее всего, сейчас самый высокий дамаг, да. Больше, чем у драконов. Подожди, почему? О, нет, Губерт, ну что ж ты наделал-то? Ну, Губерт! Почему перец залочен? Когда? Зачем? Не лочил я этот перец. Я не лочил. Я правда, я не делал это. С гнездом и шестью драконами рапира дамажил больше всего. Хз, как он комбит. А там вроде нет драконов, которые удачу дают, не помню. Метал. Неужели его молоточек сейчас сильнее, чем мои губерты? Да, да, его молоточек с одним ножом сильнее моих губертов и драконов. Жестко. Так, ладно. Надо думать, как вас всех теперь расставить, да? Так, я освобожу еще место здесь под драконов. Мне надо их еще каким-то образом заспавнить из гнезда. Рюкзаки, пожалуйста. Бля, я думаю, что, честно говоря, птица здесь уже нигде не поместится вообще.
Два губерта перебор, да. Может лучше... Сейчас. Да, манор получше поставить. Есть. Ага, ты чё лагаешь? Это лагать? Почему игра лагает? Ом, что с тобой происходит? Ого, Холик Спир. Уничтожь 6. Блин, серьезно? Брони и заклинить один дебаф за каждый фрислот. Или холи айтем перед собой, используя 25 маны, чтобы получить неуязвимость на 3 секунды. И атаковать быстрее. Блин, такого я еще не видел. Это довольно странно. Здесь как будто почти можно налутать слот, не? Где яйко? Проблема в том, что у меня самих денег на яйко нет. Так, а точно ты должен здесь стоять? Наверное. Тоже драконы. У него еще с факелом и копьем. И он сильнее. У меня ноль огня. Почему? Потому что посох ее жрет. Но посох наносит под конец 51 урон и выигрывает. Ха. Ладно. Допустим. Я, кстати, не посмотрел, хватало ли манны. Блин, у меня два губерта не справляются с... А, ну потому что здесь еще говно лежит какое-то. Типа, два дракона, три дракона, посох. Не справляются со стаками хита. Ну не, манны все равно меньше, чем хита, походу. Что ты такое? Какие четыре чили губерта? Чё? Не, ну это странно, ладно. О, ура. Вот это сюда. Можно еще вот так вот сделать. Например, вот так вот. Чтобы такого продать, чтобы полутать яйцо. Ничего, да? Бьет на драконах, это что-то новое. Это да. Ну, у этого 4 дракона, у него нет губертов. Но он мгновенно меня снес.
Как они вот так быстро этот урон... Ну, типа, ладно, у... А, ну да, у них есть флейм, который сразу же прокает обсидианового дракона. И тот дает мне много тычек. А у меня разгон, потому что я все огоньки выкидываю. Может быть, это ошибка выкидывать все огоньки. Так-то, да. Еще и хп у них больше, наверное. Так, вообще, нам бы сюда как-то, да? Красно вапнуть? Нет, мне нужен этот драконий корп. Камень с посохов, драконов... А у него скорость атаки 1.8. Нет, он быстрее бьет, чем драконы. Губерта над Губертом через гнездо и дракошки. Это долгий берс. Это берс с кастетами. Меня сейчас берс с кастетами вынесет. Ладно, два Губерта это перебор. Нет смысла так стакать эти. Я его долго-долго держал, и это было... Это оказалось пасусом. Да и посох сам по себе. Бил он по 50, ну и чё. В этих четырех слотах мог быть дракон, который... Не жрал бы наш хит, не жрал бы стамину. Не. Не, плюс 3. Все еще плюс, забавно. Огненное копье. На старте, класс. Пиромансер пока довольно каким-то однообразным выглядит. Имхо. А, нет, стоп. Стой. Ладно, я лучше сделаю так. Но накачаю только одну пушку, и, конечно же, это будет меч. Зачем мне... Стоп. Через копье с короной. Да говно же. Нест слабее Губерта дает. Под драконов? Ну, не совсем. Нес дает прохил, но нет, губерты тоже хиляются каждые 5 тычек, поэтому. Тут как бы, на самом деле. Можешь сказать, слабее, не слабее. В основном нет. Так, у меня нету огня никакого, да, сейчас? Давай. Тогда можно так делать. Давайте стамину, давайте камни, давайте вот это все делать. Вот. А, камень надо было... Хотя сколько ты? 1.47, когда? Камень надо было в нож, скорее всего. Вот поначалу копье, конечно... Да. Под late game ослабляется потихонечку. Халявная лопата. Ну и что она мне даст? Халявная лопата. Поражение в нынешнем раунде. Что еще? Потому что я пока я буду ее собирать, как бы... Надо бы факел попробовать побольше. Ну тут две... он проиграл, потому что у него две свинки.
Вампирку вообще бессмысленно. А, не, подождите, можно ледяную вампирку делать в этом, да? Неужели он крафти... Он крафтится в ледяной меч? Видите-ка, я посмотрю. Frostbite. Legendary. То есть это плюс свиток равно... Даже других ледяных мечей я здесь не вижу. Видимо, это Хангри плюс свиток. What if... Нет, то, что он просто покупается в магазе, я это и так знаю. Вопрос не в этом. Вопрос, крафтится ли он. Легче купить. Я бы не сказал, что прям легче. Нет. Свиток не падает, зараза. Возможно. Жирная свинья, классика. Ладно, давайте вот что сделаем. Я не хочу играть в одно и то же, поэтому я сделаю так, сделаю так, сделаю так. И пойдем во Frost. Так и быть. Medium stamina. Т1.7, Т1.5. Понял, принял. Даже Губерта не буду покупать, хотя на самом деле Чили Губерт нужен. Шипы. Генчик какой-то нужен, да? Генчик. И не только ХП, но и... Но и стамины в том числе. Блин, Губерт, как же ты мстишь мне? Как же ты мстишь? Кстати, ледяные камни ман... Камни есть смысл, да, настакать, чтобы в лед выйти. По идее, наверное. Для льда, возможно, кастомер карта понадобится. ХЗ. Ну, Burning Sword уже сложно будет победить с метлой. Правда, камень куда-то не туда вставил. Надо было в меч. Хотя, не, нормально пока. Два банана. Успеваем за ним. Окей. Перчим. Перч всегда хорошо. Желтый камень. Могу просто в сумке увеличить базовую стамину регенерацию. Да, да. Рольчик один. Сумку по скидке. Не, ну это надо брать. Ледяной камень. Мысленно перч все неудобно. Ну, да, но... Его лучше сразу купить, чем лочить. Места у меня сейчас много. Это пас выкинем лучше. Раз я точно собираюсь в ледяной билд. Ой, здесь у меня закончится стамина, и скорее всего я из-за этого проиграю. За счет того, чтобы... Мне надо было банан ускорять перчатками. Я не знаю, зачем я ускорил меч. У нас так хита достаточно. Давай, да, ну одна тычка. Ну ладно тебе. Регенчик взять. Кайф. Броня хороша будет. Потом. Перчиковый Губерт. Найс. Прикол в том, что перчиковый Губерт хорош даже... Свинья. Уходи отсюда. Большой меч пришел. Магичка на большом мече.
сумки сейчас понадобятся. Нет, надо искать превращение в меч. Сейчас же 8-й раунд будет. Если я что-то залочу, мне, ну, я уменьшу шанс того, что мне придет ледяная шмотка. Это плохо. Возможно, стоило огненную сумку повыше поставить. Тем более этот стальной губер. Броню копьем сбивать. 6, 7, 8 шипов. Понятно, это луз. Сыр еще нашел. Офигеть. Очень сильно берс на этом этапе. Ну, давай. Нет. Нет, нет, нет. Мана нет. Драконик хочется, но нельзя. Сразу просто купи ледяную броню. Вау. Хангри по скидке. Надо было еще вытащить сумку из этих. Хорошо, такс. Что, может, откажемся просто-напросто от копья уже? Миллион места занимает. Ну, пока сильнее, чем Хангри. Давайте, нет, лучше вот так вот сделаем. Что-то под губер-то я ужасно стою вообще, не только сейчас-то понял. Такс. Тебя каждые 5 секунд. 5 секунд это не так-то просто, да. Можно еще вставить камни. Блин, перчатки не работают. Этот нормально. Так получше. Может, ягодку купить просто, чтобы слот забить с этим, с губертом. Так вот. Да. Или... Подожди-ка. Как будто бы расставился как надо. Хера больше не будет, я что-то залип на полтора дня, контент дофига, но просто и затянуто. Вот просто и затянуто, мне и не понравилось. Нет, не планирую в Пакхира заходить больше. Надо себе супер огненный меч делает, уже дракона резает. Значит, в этой битве он еще пока что более-менее слаб, но вот в следующий, да. Использую один, чтобы наложить два. О, вообще супер, да. Я бы ускорять еще больше. Ну, копье пока хорошо дамажит, прям. Хорошо. Явно лучше, чем вампирский меч, но до тех пор, пока мы ледяной меч не найдем. Для этого, я так понимаю, нам нужен свиток, да? Надо убирать. Криво, шмотки не приходят. Пососыч. Морозного копья нету. Вроде бы не видел, не существует. Да.
чтобы я чем-то усилился. Губерт, меч, Friendly Fire. Так давно через Friendly Fire не играл. Слушайте, ну я ему льда накладываю почти больше, чем он успевает хит набирать. Блин, если он сейчас 40 добьет и получит 15 регена, я это уже, возможно, не пробью. Получил 15 регена. Фатиг. Еле-еле, жесть. Ну еще благодаря криту, кстати. Ну когда? Используй один, чтобы снять с себя два дебафа. Блин, Sun Armor тоже хороша. Прям очень хороша. Мне не очень, правда, много... Не, у меня Губерт более-менее накапливает огонь, да? С холодными камнями тоже такое. Сумки сейчас понадобятся. В любом случае, причем, скорее всего, обе лучше купить. Ягода не стоит рядом с этим. А почему ты сумки ускоряющие КД не стакаешь на предметах? Например, броню, если положить на 3 сумки, это шух, или копье на 4 сумки. Ну, я обычно стараюсь это делать. Ну, как бы, в смысле. Ну, здесь огненный меч и Friendly Fire. Потому что сейчас так получилось, что они больше распределились именно по этим слотам. Вот и все. Ну, ничего такого. Вот сейчас вот можно будет броню на броню добавить еще единичку, да, можно. Блин, ну дай ты мне этот свиток, пожалуйста. Свиток посидит. Может, оставить вам этот меч тоже? Пускай бьет. Каждые 8 секунд. Каждые 3 секунды. Гораздо круче, чем банан коста. Будет забирать урон у критующего копья, по сути. Чтобы копье положить 4 сумки, нужно иметь 4 сумки. Да. В том числе... Так, Феникс, 18, дракон, который не вылупился. Ну уж, чела, у которого еще не вылупился дракон, я думаю, я выиграю. 21 льда. Стамина закончилась под бананом. 25 льда. 4 вампирки. Я куда-то, где-то, откуда-то, видимо, регенерацию в вампирку превратил. Fire Shield. Нам... Как же мне это надо? Ну, наконец-то, хотя бы Book of Ice. Используй 2 маны. У меня есть мана? У меня есть ягодки, которые... В принципе, дают ману. Это ожидание билда на белках. Не люблю то, что приходится этот рядом ставить. А, ну можно вот так вот, кстати. Ей.
юзать-то нечего. Нечего, нечего. Лучше копье ускорить еще, наверное. А, хер там. Ускоришь копье тоже мне. Почему пирокласс под класс пиромансера стоит с двумя фаерболами? Не продумали, да? After Six. Здесь прикольно, что они раз в ход это делают. 5 маны гейн. Да какой мне маны гейн, да? Всего 15 брони. Ну, да. Кстати, надо было щит брать, чтобы увеличить броню, получаемую от бронек. Я вот это забыл. 30 гребаных процентов. 17, 22 шипа. Чё, 28. Белка, еда. Я б шипы умираю, при том, что я его как бы замедляю, замораживаю, все дела, но... У меня, кстати, все закончилось. Мана закончилась, этот закончился. Хита больше нет. О, кстати, о манне. Хотя бы так. Я не знаю, как я это выиграл, если честно. Ну дайте мне, ну, Феникс. 70% шанс атаковать по ХП директли и получить и наложить один мороз. Как же хочется атаковать по ХП директли и накладывать один мороз. Corrupted броню можно сделать. Кстати, я ее до сих пор не видел. Продай уже меч. Нет. Крио Феникса нету, нету. У Крио прям очень мало билдов. Ну, типа, вот прям вообще. Считается как... Блин, сапфир не считается камнем. Стой какой. Сейчас себе крит-урон накачивать вот этим камнем. Да, минус хит. От вот этих вот камней. Возможно, их лучше держать в этом. Там еще Крион накидаем при помощи книжки. Блин, книжку бы ускорить еще как-нибудь. В принципе, да. На, ну я теряю 15 брони и мана гейн. Что некуда больше ставить. Двинуться на один назад. Здесь тоже не самый лучший варик. Этот только на старте прок, этот раз 3 секунды. Ну ладно. Поехали. У меня сейчас самая главная моя сила в ледяной броне. Одно горение поменять на две заморозки во врага. Прям сильно. Здесь меч, морковка, усиление, лук, который критует. Репса 46 заморозки. Копье критует по 24. Вот они, 46 заморозки, ура. Ну, неудивительно то, что я смог победить лучниц, наверное. P
вампирские перчи нет. Да куда ж ты прёшь-то? Как же я забываю убирать этот. Свиточки, молю. Это невозможно просто. Это просто невозможно. Вложи броню огоньками, хилиться будешь. Every 3... Так, подожди. Start of battle, gain 70. Gain 1 hit for each holy item. Я сама превращает fire в holy. Да, можно. Теория. 60 фроста, а у него перчатки. И атакует он довольно медленно. Но у него Knuckles, который, если я сейчас получу стан, я помру. Стан. Стан был, но я не помер. Я каким-то образом выживаю и накладываю 100 заморозки. Кайф. Здесь разве что какими огоньками обложить. Драконий орб. Классная штука. Еще и эти забирают у врагов шипы, чтобы об них не биться, но... У меня и так криты есть. Зачем мне это? Я, короче, не знаю. Ну, да, ну, свиток один, ледяной свиток. Наконец-то, боже мой. Он пришел. Ура! It lives! It lives! Перчатки нужны на этот, на меч. Меч Артаса крафтить будешь? Money roll. И у меня единичек вообще почти нет, да? В трех фанипаках. Это важно. Он усиляется этим. Это важно. Свиток макс юза увеличивается за каждый ледяной айтем. Хорошо. 10% шанс использования свитка нахер, наверное. Дальше. Эти огоньки. Просто сюда, чтобы получить два огня. Эти сюда. Это уменьшать хил оппонента. А уже за два реролы, в смысле? Чё так быстро? Птиц.
Может, все-таки свиток и вот так вот. Это минус 45 брони на старте. Сумки скорости на две брони одновременно повернуть можно, вижу. Кайфовая штука, спасибо. Ну, наверное, достаточно сильно должно быть, я не знаю. Используй две манны. Так, а где мой этот камень? Угу. Камень стоит, ну так себе. Вообще ничего не прокает практически. Может, а все-таки вот так? Блин, ну... Мне же нужна манна, да? Для чего-то. А, для свитка, да. А, так я манну еще фармлю сапфиром. Я что-то забыл об этом. И хер с ним, с камнем тогда. Так сойдет, скорее всего. У меня еще и ягоды есть. Бубер. Окей. Одно оружие повернем и хватит, поехали. Так, ну... Сейчас самое важное, конечно же, свиточек превратится в ледяной меч, и мы станем сильными. Сколько нам? Три раунда до окончания, да? Огненное копье хотя бы под Лейд сильным было. Здесь чего? Ну... На нем 56 просто... 59 просто. Он меня ударил через броню, потому что у него два камня, которые бьют по хп директли. Жесть, просто фатиг билд. Нет, не надо би... А, он только-только впрокнул берсерка себе. Сейчас он меня ваншотнет, да? Нет, фатиг выиграл. Ура, ледяной меч. Шанс накинуть лед и... У меня хит не заканчивался. Кто-то видел вообще, как дела с хитом? И самое важное, конечно, наносит плюс один урон за каждую вампирку и за каждый фриз на оппоненте. Да. Возможно, ему есть смысл скорость атаки качнуть сейчас. Вот так вот. Ну или... Еще больше заморозки с каждой тычкой. Красные камни объединить. Сейчас подумаю, подожди. Птицу вторую. Стамини просадки были? Да. Стамина юзач лоу, но... Это она не учит... Она кое-что не учитывает. Где красные-то? А у синие объединить вроде как. Ну, лес стамина была. Значит, атака очень быстрая, да? Ну, что поделаешь. Потому что мне ничего особо не генерирует. Ну, только Чили Губерт генерирует этот... Да, свиточки играть, в принципе, прикольно было бы сейчас, но... Камень вместо чего-нибудь. Реген не превращается в этот, поэтому... Лучше камень. Не превращается в вампирочку. Ну, один банан чуть-чуть помогает со стаминой, наверное. Так, а драконы, привет. Давайте посмотрим, смогу ли я заморозить драконов. Критую по 80, критую по 70, критую по 100, критую по 111. Вращайте драконы в помойку. Как же хорошо. Боже, наконец-то я собрал.
Че, щиточек купить, не купить? У меня нет щита. Так что почему бы и нет? Одну броню можно чуть замедлить, но при этом увеличить... А, да, нет, глупо. Еще драконы. Ну, вот эти резко себе огонь сделали. Из-за этого обсидиановый дракон ударил миллион раз, но я выжил на своей тонне брони. И все, ГГ. Победа за 5 секунд. Ладно, за 9. Да уж. Влад, амулет, он же за вампирку тоже урон получает. Это еще и макс хп, к тому же, можно взять. Еще один второй такой же меч. Не. Я могу еще что-то запихнуть в этот, да? Не уверен, что красный камень это хороший вариант. Блин, вот эту банку бы купить, да, на всякий случай. Все. По-моему, я выжил максимум. Топор с усилением на Corrupted Crystal, Spiked Colors. Топорщик будет медленно бить. Не пробьет меня. Не. Даже если у него сейчас включится жесткий берсерк. Блин, а я встань, я могу постоять. Я его пробил в берсерке через две брони. Которые уменьшают урон на 30%. И базовая сумка, она же тоже уменьшает урон? Нет? Я не помню. Или нет? Наверное, нет. Дафлбэг. Items trigger. You take 20. Еще 20% меньше урона. А, кстати, сквозь броню, да. Угу. Типа, а ну он там настакал себе 80-очку. Ну, значит, примерно вот так вот собирается, видимо, ледяной билд. Значит, смотрите. Я думаю, что есть смысл идти в Криоманта, если мы нашли вампирский меч до 8 раунда. Да. Потом, конечно, должно повести. Но это очень сильно прям. Две брони топ. Губерт всегда. Чили Губерт у огненной магички всегда. Абсолютно. Я не знаю ни одного билда, по-моему, без чили Губерта. Морозная броня тащила, естественно, очень много накидала. Камни хорошо заходили, ледяные. В основном ледяные, но остальные саппортные можно либо продавать, либо в броню закинуть. Типа, зеленый можно в броню, красный... Кстати, я не... Сколько у меня хилинга вообще было? А, Sun Armor 216. Ну, кстати, тогда красный можно в броню, потому что это плюс 15% от 25. Это сколько? Это еще 2,5, да? Ну, там 3, плюс 3 хила где-то, да? Огненная броня обязательно? Она, да, очень сильная. Это тоже вот огненная броня Чили Губерт, это, по-моему, вообще во все билды. Огненного мага идут.